устроились. Они считают, что незаконно, а что на самом деле произошло? Была, я прошу прощения. Может, вы все-таки начальник? Да. Нет, давайте. По прокуратуре. Уже разбирательство прокуратуры было к этому. По этому вопросу возбуждено криминальное провадження. Был я вызван в прокуратуру и дал по этому поводу пояснение. Ну, пояснение по поводу того, на каких основаниях я подписал. Она может хотя бы так вкратце? Все. Этот дозвол был выдан на основании всех документов, которые предоставились пользователям для отлова, для вылова рыбы, да? Промыслового рыбальства. ПП лейтенанта Шмидта предоставил все документы, на основании которых я не мог этому предприятию не выдать данный документ. То есть в связи с тем, что там парк, никаких ограничений, нет? А кто говорит, что там парк? Природоохранная зона. Телегульский, мы просто знаем. С одной стороны Одессы, да. И со стороны Николаева тоже. То есть там, скорее всего, акватория тоже в парке попадает, да? Скорее всего, да. Пользовать. А вы не знаете? Образом, это накладывает ограничения на там... Господи, что ж происходит? Давайте милицию вызывать. Ну что это, ребят? Ну что тут, блин, детство? Да там какой-то маньяк помнит. Может, давайте вызовем милицию. Давайте, я не, давайте не начальник это будет делать, а кто-нибудь другой. Начальник в пути время даст нам интервью, нормально. Такого еще не было. Какие-то ограничения наличия там природоохранного парка накладывает на количество, там, вообще на возможность отлова рыбы? Ограничение того, что это зона природоохранная, оно накладывает ли какие-то ограничения на то, чтобы давать там разрешение? Следствие по поводу этого, да? И все будет выяснено в ходе следствия. А вы знали, что там природоохранная зона? Природоохранная зона, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, еще одним из пунктов...